Все, хватит обзоров, давайте немного покатаемся на автодомиках. Задача номер один – собрать барахло из этого автодома, закинуть в тот, на котором поеду. Самый нелюбимый мной этап, потому что поездки на автодоме сильно отличаются от поездок на легковушке. Боль сборов поездок на автодоме. Отличие в том, что не просто нужно вещи с собой в дорогу взять, а собрать все как дома, например. Все, что касается готовки, сна, гигиены, уборки. Ну и, само собой, личные вещи. Раскидал уже запасы еды, что боится жары, в холодильник, соответственно. Все полочки надо занять какими-то нужными штуками. Еду один, на этом как раз идеально. Все, барахлишко перебросил. Кстати, куда поеду? Покажу наше производство. Точнее, какой кемпер у нас получается, это самое интересное. Еще ваша любимая тема – обзоры автодомов. Заеду на классную выставку, по испанским меркам довольно крупную, в Барселону. Все, завтра выезд, никому не опаздывать.